Привет всем, ребят, с вами Алекс Фрай Ченнел, и вы смотрите прохождение Гарри Поттер и Философский Камень. Итак, дорогие мои друзья, мы здесь с вами добрались до выхода из библиотеки. Мне не терпится уже выйти отсюда поскорее, мы уже которую серию здесь ходим. Единственный выход отсюда через эти ворота. Они ужасно скрипят. Следите за этой стороной комнаты, а я прослежу за той. Мы поймаем их, моя кошечка. Даже не мечтай. Нарушитель! Нарушитель! Вингардиум Левиоса. Валим, 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 валим отсюда. Вингардиум Левиоса. Опять валим, быстрей. Так, последний остался. Миссис Норрис, свалите отсюда. Вингардиум Левиоса. Эй, кто здесь? Эй, где он? Ну, только попадись мне, маленький проныра. Так. Ой-ё. Тебе за это влетит. Филс, ты ж колдовать не умеешь. Как Пилзу может быть... Как Пилзу влетит за это? Если это у нас Сквиб, по-моему. Это человек, который... относится к волшебникам, но колдовать не может. Так. Ага, обманули мы миссис Норрис. Жалко, конечно, что мы бедную кошечку обманули, но что поделать? Давайте валить отсюда. Мы вышли наконец или нет? А вы тут чего делаете опять? Ну вы даете. Как-то это слишком коварно выглядит. Такой пес, у кого-то у них там в подземелье, в латексе и в бандаже. С кляпом во рту связанная Гермиона. Эй, Гарри! Ты Опа. Собрал для нас 25 конфет? Класс! Теперь у нас достаточно конфет. Чтобы захватить мир? Спасибо, Гарри! Что бы мы без тебя делали? Держи волшебную карточку. Ты ее заслужил. Спасибо, Гарри! Ты нас здорово выручил. Помни, ты знать не знаешь, что мы собираем конфеты. Это будет нашей тайной. Договорились?
Что вы с ней? Пошли, Джордж, у нас полный дел. Опять мы фиг знает, куда попали. Так, это понятно, что у них там. Ладно, поднимаемся обратно. Только у вас там какие-то персональные рабы, которые поднимают за канаты этот лифт. Хотя он же у вас волшебный. И вообще вы люди странные, честно говоря. Ладно, пойдемте отсюда. Филч такой: нарушитель! Гермиона, Рон и Гарри узнали тайну философского камня. С его помощью можно было получить эликсир жизни, зелье, дарующее бессмертие. Неудивительно, что кто-то хочет его украсть. Такая штука любому пригодится, заметил Гарри. Гермиона предположила, что в свертке, который Хагрид забрал из банка Гринготс, был философский камень. А теперь камень лежал в запретном коридоре, и его охранял тот, кто рычал на Гарри и его друзей. В последнее время Снег ведет себя очень подозрительно. Мне кажется, он хочет украсть философский камень. Снег не станет ничего делать, пока Дамблдор в школе. Но Дамблдор 10 минут назад улетел в Лондон, в Министерство магии. Значит, это будет сегодня. Пойдем. Что-то это мне напоминает финал игры. Медленный. Что делать с Филчем? Он всегда следит за запретным коридором. Только бы нам повезло. Похоже, Филч решил сегодня отдохнуть. Ну и слава богу. А вам не терпится узнать, что там, да? Так, пойдемте. Ну уже, пошли быстрее! Так. Алакамора! Опа! Кто-то из Квиддича, похоже. Или из Гриффиндора, хотя на значок Гриффиндора на груди это не было похоже. Так, тут у нас ничего нет. Гарри, сюда! Вот вам не имется. Так вот откуда доносилось рычание. По-моему, нам не стоит туда идти. Мы должны остановить Снега. Давай, Гарри, мы пойдем следом. Опа-на. Гав-гав, здрасте. Только Хагрид мог назвать это чудовище пушком. Попробуй поиграть на флейте. Вдруг пушок заснет. Будь осторожен. Он же их в упор видит. Ouch.
Вот, блин, зараза. Ауч. Ну, вот. Ну, ладно. Попытка не пытка, попробуем еще раз. Гарри, сюда! У нас все равно получится. В третьем так Гарри вот Поттере было что-то доносилось рычание. Слышишь? По-моему, нам не стоит туда идти. Мы должны остановить Снега. Давай, Гарри, мы пойдем следом. Гарри у нас кролик подопытный. Скоро первым идти. Хагрид мог назвать это чудовище пушком. Попробую поиграть на флейте. Вдруг пушок заснет. Будь осторожен. Пушок отодвигается, нужно просто идти назад. Есть. Гермиона, хочешь пойти первый? Нет, не хочу. Ладно, надеюсь, увидимся через минуту. А Гермиона умная. Все нормально, тут мягко, прыгайте. Чпойнц. Ну давай, Гарри. Ну, бэмц. И уснул пушочек наш. О нет, мы попали в ад. Я знаю, что или это... в туалет. Дьявольские силки. Нет, это... В следующий раз я буду внимательнее на уроках гербологии. Нет, это какашки пушка. Помогите! Гарри, вытащи нас отсюда! Не приближайся к этим щупальцам. Угу. Понятно, будем инцендию лупить просто. Ну что получилось? Дальше пойдемте. Спасибо, Гарри. Гарри, ты почти сделал его. Сюда, Гарри. А эти силки делали вас. Гермиона теперь забеременеет. Гарри, ты должен поймать ключ. Здесь тебе пригодится твое умение летать. Вверх. Удачи, Гарри! Угу. Вот черт! Блин, вот где будет непросто. Нужно, давай, Гарри. Гарри,
получилось, вроде бы. Классно получилось, Гарри. Посмотрим, куда ведет этот путь. И снова в ад поведет, как обычно. Еще на один круг ада. А в конце будет Шурик с машиной времени. Следующее препятствие — гигантская шахматная доска. Рон пошел играть. Надеюсь, у него все получится. Интересно. Такое чувство, что это у нас сейчас последняя серия получится. Если босс будет не слишком сложным, конечно. Рон, что с тобой? Я уничтожил почти все фигуры, но меня ранили. Гарри, теперь твоя очередь. Что, в шахматки сыграем? Смотри, Гарри, эти фигуры сами сражаются между собой. За один ход каждый из них переходит на одну клетку. Будь осторожен. Чтобы пройти к двери, ты должен заставить все фигуры уничтожить друг друга. Чтобы начать игру, зайди на доску. Будь очень осторожен. Все? Ну же, пошли быстрей! И это было все? Ага. Как бы нам сейчас проспойлерили наше задание в конце. Что за... О, нет! Выход закрыт волшебным огнем. Кажется, ты должен выбрать правильное зелье. Будь внимателен, не ошибись. Это зелье поможет пройти сквозь огонь. Внимательно следи за склянкой с нужным зельем. Потом ты должен будешь выбрать именно ее. Угу. Вот это. Апс. А как эту склянку взять-то? О, нет! Выход закрыт волшебным огнем. Кажется, ты должен выбрать правильное зелье. Будь внимателен, не ошибись. Это зелье поможет пройти сквозь огонь. Внимательно следи за склянкой с нужным зельем. Потом ты должен будешь выбрать именно ее. Так. Как ее? Я бы выбрала другое зелье. Но я тоже могу ошибаться. Давай, пей, Гарри, за твое здоровье. О, нет. Да, блин. Проморгал. Гермиона не больно-то и сочувствовала. Нет. Выход закрыт волшебным огнем. Кажется, ты должен выбрать правильное зелье. Будь внимателен, не ошибись.
Так. Это зелье поможет пройти сквозь огонь. Внимательно следи за склянкой с нужным зельем. Потом ты должен будешь выбрать именно ее. Приставил палец к этому зелью. И слежу за ним. Лепено! Опять началось. Вроде оно. Пей уже. Я уже запуталась. Слепено! Ну уже. Пей, Гарри. Чё ты смотришь на эту склянку? Ну, сколько можно? Хватит. Ёкарный пень, а? Слепено! Отлично, Гарри. Ты выбрал нужное зелье. Ага, значит, ты знал какое, да? Твое здоровье, Гарри. Тебе придется самому искать снега. Я пойду обратно, чтобы помочь Рону. Снег только удачи, зимой, Гарри. Гермиона. Ага, и слилась. Как в Доте. Слепено! Слепено! О! Нехило лягушка вылетела. Ага, значит там у нас Квирл. Пойдемте Квирлу жбан давать. А то вообще оборзел. Так. Что за фиг? Ёлы палы копала. Я все гадал, встретимся ли мы здесь, Поттер. Думаю, ты ожидал увидеть кого-то другого, но это я, вечно испуганный, заикающийся профессор Квирл. Ты слишком любопытен, чтобы оставлять тебя в живых. А я... А, понятно. Но продолжение мы увидим уже в следующей серии. Подпишите, чтобы не пропустить новую серию прохождения. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ведь от вашей активности зависит частота выхода новых видео. Спасибо, что досмотрели эту серию до конца. Для вас играл Алекс Фрай Ченнел. Bye-bye и goodbye. Также советую заглянуть на самые подходящие видео и новый ролик, вышедший последним на данный момент. Жмите на колокольчик вместе с кнопкой для подписки, чтобы получать уведомления о выходе новых видеороликов. Всем пока, друзья, жду вас в соцсетях и моих следующих сериях.